Я не верю в многополярный мир. Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там, где есть Китай с сателлитами, и там есть, где Америка, Европа с сателлитами, там, да, или там с дружественными странами, не очень хорошо выразился, которых очень много, вот, там нету места Путину. Только сырьевой придаток и, так сказать, наверное, какая-то рабочая сила. Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Сейчас эта страна изгой. Это будет некая разменная карта в игре больших дяденек. Вот. Поэтому Украина будет в Европе, Путин будет в резиновой попе. У Китая пока, у Америки, у Европы и даже у Турции и у Израиля, слава богу, впереди светлое будущее. Это моя точка зрения.